«Добро требует тишины», – так говорит активист добровольческого движения «Капельки добра» Евгения Ермакова. И не всегда спешит давать интервью. Тем более бывает, что некоторые люди критикуют инициативы, считая, что от них волонтеры получают какую-то выгоду. Но выходить на публику Евгению подталкивают две вещи. Первое – это дать понять тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, что они не одни и им могут помочь. А второе – чтобы привлечь внимание неравнодушных саровчан к проблемам ближних и призвать желающих в команду волонтеров «Капелек добра». Не Оля Лобанова, которая ведет склад уже 2 года, жертвуя своим временем и силами ради вот помощи. Не я, то есть не все остальные, ничего не получают, кроме как душевного такого спокойствия, радости. Что хочешь, чтобы нас больше было? Не только внутри ВНЕФа, а просто больше. Потому что город мой вот такой академический, большой, духовный, это моя точка зрения. И хочется, чтобы мы все-таки побольше к созиданию. История «Капелек добра» началась 4 года назад, причем спонтанно. Тогда на работе у Евгении Вовнеев решили организовать группу людей для новогоднего поздравления подопечных 9-го интерната. И на этот призыв откликнулось много людей. С этого все и началось. Уже несколько лет волонтеры оказывают адресную помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации – многодетным семьям, малоимущим гражданам, детям с ОВЗ. Также у «Капелек добра» есть и свой гуманитарный склад на товарной базе. Очень многое в работе движения держится на нескольких активистах – сотрудниках РФЦНЕФ. Я себя не позиционирую как лидер, или вы говорите, или руководитель, я никакой не руководитель, потому что без этих людей, которые 4 года со мной, которых я уже практически знаю всех по именам, я вообще ничего из себя не представляю. Просто почему-то сотрудников ВНЕФ воспринимают каких-то как чванливых, таких заносчивых людей, которые там зарабатывают кучу денег, и, в общем-то, не знаю, куда себя применить, идите, это не так. То есть в большинстве своем люди просто хорошие, у них чистая душа, и они готовы созидать. Сейчас Евгения Ермакова участвует в конкурсе на получение премии общественного признания в сфере благотворительности «Нижегородский Феникс». В этом году конкурс проходит в обновленном формате «Добрых историй». Добрую историю Евгении можно найти в номинации «Инициатива. Гордость коллектива». Отдать голос за саровчанку можно на сайте www.phoenix-nn.rf до 17 июля. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.